Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков поздравили с 96-летием жительницу Барвихи, ветерана Великой Отечественной войны Лидию Семеновну Шишкову. Вместе с военным госпиталем Лидия прошла от Смоленска до Литвы. После демобилизации 52 года работала в амбулатории Барвихи. Депутаты от «Единой России» вручили женщине цветы и подарки. Также Лидию Шишкову поздравил вице-президент областной торгово-промышленной палаты Игорь Шаповалов. Он подарил ветерану современный утюг.